Во вторник, 15 октября, Рязань приняла эстафету Олимпийского огня. 130 жителей региона, известные тренеры, спортсмены, пронесли факел с огнем Сочи-2014 по центральным улицам города. Право завершить эстафету «Зажечь чашу Олимпийского огня», которую наш город получил в подарок, было представлено призеру Олимпиады в Лондоне Ивану Нифонтову. Как рассказал спортсмен журналистам, он испытывает гордость за свою страну, а миссию нести факел эстафеты на ее заключительном этапе считает весьма почетной. На самом деле, да, это очень почетная честь, как закончить, зажечь чашу Олимпийского огня. Вот, как малую, наверное, не главную. Вот, но на самом деле это здорово, у меня эмоции переполняют, и я радуюсь, то, что я поучаствовал вот именно в нашей Олимпиаде, потому что это для всех россиян сделано, вот, в первую очередь. И я горд, что я участвую, хоть не как спортсмен, я участвую как участник эстафеты огня. Я надеюсь, что все люди понимают, какая это на самом деле честь, что у нас в стране проходят Олимпийские игры. Вот. Я могу со своей стороны сказать, что у меня, конечно, я переживаю, ну не переживаю, а как жалею, что это не летняя Олимпиада, потому что мне бы тоже очень сильно хотелось у себя в стране завоевывать Олимпийские медали. Продолжением большого спортивного праздника, которым стал эстафет для Рязани, стало выступление столичных звезд Алины Артс, группы «Фабрика», которые исполнили горожан самые известные свои песни.